По-перше, первое, вот все время мне, знаете, все время раздражает, когда говорят, что журналистика вторая древнейшая. Забудьте, вычеркните, выкиньте это на свалку истории, потому что журналистике где-то 500 лет. Это от силы. Никакая мы не вторая древнейшая, это дурацкая метафора, которая когда-то прижилась и которая не имеет никакого отношения к реальности. Это первый момент. Во-вторых, журналистика ничем не хуже, не лучше, не представители нашей профессии, ничем не лучше, не хуже представителей любой другой профессии в нашей стране. Если вы знаете, как сложно найти нормальных строителей, нормальных сантехников, нормальных плотников или нормальных таксистов, или у вас есть собственный бизнес, и вы знаете, как сложно найти нормальных квалифицированных сотрудников, вы примерно представляете, с какими проблемами сталкивается наш журналистский цех. Мы точно такие же, как вы. Мы не хуже, мы не лучше, и поэтому, в принципе, по нам можно температуру в целом по стране мерить. Это еще один важный тезис, о котором я хотел бы с самого начала говорить, потому что не люблю истории про посыпание голову пеплом. У нас и политики, в принципе, такие, как и общество. В-третьих, да, журналистика в Украине сегодня находится в кризисе, ровно в том же кризисе, в котором находится журналистика по всему миру. А журналистика по всему миру действительно находится в кризисе по одной простой причине. Как выглядели медиа во времена Конан Дойла или во времена Хемингуэя? Ты скачешь долго-долго на место, где происходят события, не знаю, к месту боя и так далее. Потом, соответственно, ты скачешь точно так же долго обратно к телеграфу, отправляешь заметку в утреннюю газету, а потом идешь в какой-нибудь французский кабак пить, не знаю, какой-нибудь кальвадос, если ты Хемингуэй. Если не Хемингуэй, то, может быть, как-то иначе проводишь свой вечер, но... Сегодня журналистика уже не сводится к этому простому алгоритму действий по одной простой причине. Потому что на протяжении долгих 500 лет у медиа была главная функция. Они имели роль монопольного посредника между производителями информации и потребителями информации. Если вы хотели что-то сказать аудитории, вы приходили в редакцию газеты, радиостанции, журнала, телеканала, и они решали, давать вам площадку для высказывания или не давать. Сегодня интернет родил совершенно другую реальность. Людей, которые общаются со своей аудиторией напрямую, благодаря социальным сетям, Ютубу, Фейсбуку или любым другим блог-платформам. Мы сегодня называем их блогерами. Блогеры, по большому счету, это не институционализированная журналистика. Журналисты, которые общаются с аудиторией напрямую, минуя посредника в виде редакций, это и есть блогеры. Классическую журналистику они могут потеснить только в трех форматах. Это интервью, репортаж и публицистика. Для любых более сложных жанров обычно нужен редакционный коллектив, который помогает тебе проводить расследования, который помогает тебе работать с большими базами данных и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тут тоже ничего демонического нет. Это все уравнения, которые давным-давно сформулированы. Нам нужно просто запомнить, что 2×2=4, а 3×3=9. Еще один важный тезис, который бы я хотел сразу вначале озвучить. Вся журналистика в Украине делится на 5 групп по источникам финансирования. Первый тип – это журналистика, которая финансируется из госбюджета. В отличие от соседней России, где самые крупные медиа финансируются из госбюджета, и вообще государственные медиа на содержании у Кремля являются вообще хедлайнерами медиарынка, Первый канал, РТР и так далее, и там… и Тартас, и там РИА Новости, и прочее, прочее, прочее. В Украине государственные СМИ — это пасынки медиарынка. Самая старая техника, самые низкие зарплаты, самые неконкурентоспособные технические средства всегда у государственных медиа. И причем вообще их очень мало. Второй источник финансирования у украинских медиа — это медиа, которые финансируются за счет, например, западных грантов или вообще за счет западных бюджетов. Это «Радио Свобода», украинская редакция, там, не знаю, «Голоса Америки», украинская редакция «Deutsche Welle» и украинские грантовые медиа — «Громадське радио», «Громадське телебачення» и любые другие медиа, которые существуют за счет европейской финансовой поддержки. У них есть свои плюсы, свои минусы, им не нужно думать о поиске рекламодателя, потому что у них есть более-менее гарантированный источник хлеба. С другой стороны, они тоже не хедлайнеры медиарынка. Это второй тип. Третий тип украинских медиа — это медиа, которые финансируются, медиа, которые пытаются быть бизнесом. Медиа, которые пытаются заработать либо на рекламной основе, либо на подписной основе, либо медиа, которые пытаются работать за счет пожертвований со стороны своей аудитории. Этим медиа очень нелегко, потому что аудитория жертвует очень неохотно, рекламный рынок сегодня очень сильно просел, но этот сегмент тоже есть, он невелик. Четвертый тип украинских медиа — это медиа, которые финансируются украинскими олигархами. Это, в принципе, весь телевизионный рынок страны, все крупнейшие телеканалы. Вы все их знаете, вы все их смотрите. Пятый тип украинских медиа — медиа, которые финансируются так или иначе из России. Либо и, например, там, из Кремля, либо за счет украинских, я не знаю, там каких-то посипак Кремля.
Вот, собственно, вся классификация, которую можно распространить на весь украинский медиарынок. И когда мы сегодня жалуемся по поводу того, что у нас медиарынок не такой, нам нечего смотреть и так далее, ответьте себе на вопрос, сколько денег в месяц вы тратите на украинские медиа? Сколько журналов бумажных вы покупаете? Сколько денег вы жертвуете на платную подписку? Ответ очевиден. Тот, кто медиа уж... Сколько? Угу. Вот мне бы 100 тысяч татусьбо, и у нас бы теоретически появился журнал. Я помню, один мой знакомый, он когда-то говорил, он подписывал один журнал, и они говорят, нам так нравился этот журнал, мы его с друзьями читали, мы перечитывали, мы обсуждали его, когда в пятницу вечером выходили когда-то, там, не знаю, в бар пиво попить, а потом в какой-то момент нам объявляют, что журнал закрылся, потому что он финансово не вытягивает сам себя. И в этот момент я понял, как мало таких, как я, в целом по стране, что мы в целом по стране не можем прокормить даже один журнал. И в этом, на самом деле, очень серьезная проблема, потому что, когда мы жалуемся на украинский медиарынок, давайте отдадим вопрос, кто, в принципе, медиа ужинает, тот медиа и танцует. И если его кормите не вы, значит, соответственно, его кормит кто-то еще. Повторюсь, квалификация из 5 пунктов. Еще один момент. Если вы думаете, что на самом деле эта проблема только наша, то это нет. Эта проблема тоже, опять-таки, не наша. Эта проблема, на самом деле, сегодня есть по всему миру, потому что сегодня медиарынок во всем мире живет внутри одной глобальной дискуссии. Классическая история про то, что люди покупают газету, в газете размещается реклама, и за счет, вот, соответственно, продажи бумажных версий и получения рекламных денег медиа живет, это американская история, это не европейская история. Это классическая история про газету New York Times, которая в 1984 году толщиной была 84 страницы, из которых контент 30 страниц, а 54 страницы — это рекламное объявление. В европейской традиции изначально вообще дискуссия в зависимости от страны и стране шла иначе. Например, France Press изначально финансируется из бюджета Французской Республики. Более того, во Франции медиа имеют налоговые льготы, НДС не 20%, а 2%. 4 издания во Франции получают прямые чеки из государственного бюджета на 3 миллиона евро каждый год. Кроме того, там существуют льготы для бумажных изданий по доставке собственно, подписчикам. Я это просто к чему говорю? На самом деле в мире существуют разные модели существования рынка. Классическая бизнес-модель о том, что только потребитель платит за медиа и так далее, это американская история. А во Франции, например, очень большое количество денег медиа идет из государственного бюджета. В Швейцарии огромное количество денег на медиа тратится из государственного бюджета. В Великобритании просто существует отдельный налог на медиа, который бы у нас ввели, так у нас бы на самом деле и Гройсмана, и Порошенко сразу бы сожрали. Потому что кто из нас готов платить $400-500 в год на то, чтобы содержать какой-нибудь государственный телеканал? Вряд ли кто-то на это готов. Но тогда, соответственно, мы должны быть готовы к тому, что наши украинские телеканалы содержат Коломойский, Пинчук, там, я не знаю, Фирташ, Левочкин и кто бы то ни было еще. И Порошенко и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле в мире сегодня идет одна глобальная дискуссия в Европе про поводу медиа. Один подход, он говорит так, медиа — это бизнес. Вот сколько они продали, вот сколько на них подписалось, сколько они рекламы смогли привлечь. То есть вот как бы выживает сильнейший, закон джунглей. Сторонники второй точки зрения, они приходят и говорят, ребята, медиа — это часть коллективного блага, их надо содержать примерно так же, как мы содержим больницы, хосписы, дома престарелых и так далее. Поэтому они должны получать поддержку за счет, там, может быть, не государственных, но общественных фондов, которые будут, там, я не знаю, соответственно, их поддерживать для того, чтобы они были независимы, их не скупали олигархи, чтобы они не устраивали низкопробные там, ток-шоу и так далее. Это вторая точка зрения. Когда он будет говорить, что существует только один подход к медиа, знаете, это неправда. В мире сегодня идет большая дискуссия, мы просто на периферии этой дискуссии, мы ее не всегда замечаем. И последний момент. Нужно учитывать еще один очень важный фактор, когда мы говорим, собственно, о журналистике как таковой. В мире сегодня существует очень большой разрыв между реальностью и тем, как люди себе ее представляют.
Во Франции французы уверены, что 25% их соотечественников – это мусульмане. На самом деле 8%. В США убеждены, что у них безработица 18%, на самом деле 4,7%. В Италии считают, что безработица 30%, на самом деле 12%. И это просто к чему? В мире существует разрыв между реальностью и тем, как люди ее представляют. Так вот, проще на самом деле для очень многих игроков инвестировать не в изменение реальности, а инвестировать в изменение представления реальности. Потому что, условно говоря, для Кремля создать в нашей стране одно медиа — это примерно эквивалент 5 там, пакетам Града, там, я не знаю, или 3 танкам и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому сегодня пространство медиарынка — это не пространство какого-то дистиллированного торговли информацией, это в том числе пространство торговли представлением о реальности. И с этим сталкивается весь мир, на самом деле. Если мы думаем, что только такие, там, условно говоря, проблема провокаторов и пропагандистов, она есть только в нашей стране, это неправда. В США недавно был большой кейс, когда закрыли YouTube, Facebook, Twitter страницы блогера Алекса Джонса, который рассказывал о том, что США сами устроили 9/11 теракты, которые рассказывали, что у правительства США есть погодное оружие для управления торнадо, что Мишель Обама трансгендер, о том, что, значит, Холокост придумали сами евреи и так далее. Его закрыли не за эту всю бредятину, его закрыли за то, что в одном из своих публичных выступлений он резко высказался в отношении мусульман-мигрантов в европейские страны. Из-за нарушений правил политкорректности Facebook, Apple, где лежали его подкасты, YouTube и Twitter смогли забанить его странички. И на самом деле о том, как работать с вот этими людьми, которые в условиях этой тотальной информационной взаимопроникаемости торгуют неврозами, торгуют истерикой, торгуют подрывом доверия, торгуют вообще тревогой и хаосом, она идет по всему миру. И проблема в том, что ни в одной стране мира не существует сборника готовых рецептов, которые мы можем взять и реализовать в нашей стране. В этом на самом деле проблема. Весь 20 век, если вы помните оружейную историю, это борьба снаряда и брони. Снаряд все время становился мощнее, броня все время становилась толще. В информационных войнах мы все время наблюдаем увеличение мощности снаряда. Но в информационных войнах не растет броня, потому что изобретать броню мы боимся из-за обвинений в цензуре. Отчасти это справедливое обвинение, потому что если вы изобретете информационную дубинку, то рано или поздно она может оказаться информационным бумерангом, прилететь и стукнуть вас по затылку. А с другой стороны, мы оказываемся в ситуации, когда у одного человека есть танки, а у другого только доброе слово. Спасибо.